Волнует не только ученых, но и чиновников. Депутатов в ЛДПР предложили отменить оплату принудительной эвакуации машин. Хорошая идея, особенно в преддверии-то выборов. Авторы документа, глава комитета по делам общественных объединений Ярослав Нилов и зампредседателя комитета по науке Михаил Дегтярев. Напомню, сегодня в силу вступает закон, согласно которому тарифы на эвакуацию скорректируют хотя бы немного. Однако не для всех регионов. Например, в Москве ценник сохранится. Но в ЛДПР уверена, исполнительная власть сама в состоянии эвакуировать машину. Ведь за нарушение правил остановки и стоянки и так действуют большие штрафы.